Всем привет! Это новый первый стрим за долгое время. Что-то сломалось сегодня в Фейсбуке, и там стрима нет. Сейчас я быстренько напишу туда, что стрим надо смотреть в Ютубе или ВКонтакте. Одну секунду. Всегда грустно, когда вроде все работало, работало, а потом что-то пошло не так. Ну, что тут сделаешь? Еще в YouTube почему-то очень сложно найти, где же там стрим. И дать заранее ссылочку. Ну, что ж, вроде все сделано. Вот мне уже пишет Кря. Привет. А, друзья, еще раз привет. Это первый стрим за долгое время. Я возвращаюсь. Возвращаюсь в Японию, в которой в этом году я уже, видимо, не вернусь. Все к этому идет, да. Что ж, перед вами карта. Карта прекрасной префектуры Мия. Она находится достаточно далеко от Токио. Вот Токио. Вот так вот мы ехали на Синкансене. Где здесь Осака-то? Да, вот мы приезжали в Фуджи. Вот же она, Осака. Осака и Киото. Да, вот сюда мы ехали в первую ночь. В наше путешествие в Японии, и потом на седьмой день мы поехали на двух поездах в маленький городок Исе. Даже не совсем в него, а под него. Вот сюда вот в бок. Вот здесь все так выглядит, как будто это гигантский мегаполис. Сейчас я даже сориентируюсь. Оп, сейчас. Да, вот здесь вот. Вот здесь вот мы жили. В общем, все это выглядит достаточно плотной застройкой, но в реале все это выглядит вот так вот. Та-дам! Да, в Японии легко запускать коптер, если ты не летаешь над домами и плотной застройкой. Это прям вообще очень здорово, что если ты ответственный пилот, летай на здоровье, никто тебе ничего не скажет. Я летал в основном в природных местах, или вот эту фотку я делал с водной полосы, так что я ничего не нарушал, не выше 150 метров, все отлично, к тебе никаких претензий, никого не надо извещать о своих намерениях. Да, друзья, напишите, нормально ли меня слышно, потому что я тут с другой гарнитурой. Вот, вроде должно быть слышно. А,
Так, еще из новостей. Еще из новостей я решил обнаглеть и подключил донаты. Ссылка есть под видео, если вам хочется меня поддержать в накоплении на новые поездки. Буду рад. Кстати, о новых поездках. Не так давно я вернулся из Карелии, поэтому... Вот, слышно хорошо, спасибо большое. Я вернулся из Карелии, я, конечно, не ожидал, что так все повернется, и Карелия была в моих планах когда-нибудь, как и Алтай, но вот ситуация сложилась так, что пришло время внутреннего туризма. К Карелии мы еще вернемся. Фотки, когда я сделаю, наконец-то, кстати, из Японии спустя год с небольшим я доделал наконец-то фотки, поэтому можно спокойно вам все показывать. Кстати, там же по ссылке на донаты можно не донатить, можно проголосовать, показывать, делать ли отдельный стрим про технический музей Хонды, в который я ездил в гордом одиночестве, не зная языка. Вот, да, меня спрашивают, да, серьезно, человек все лето провел в Карелии, а вы там живете? Просто для меня до Карелии 1500 километров, это надо доехать до Питера и потом доехать еще там где-то 500 километров до Петрозаводска. Ну, я так округляю, конечно. Карелия — это не близкий путь, но я завидую петербуржцам, то, что Карелия у них под боком, и это реально очень красивая природа. Я прям люблю северную природу, и лишний раз в этом убедился, и там супер красиво. Давайте еще пару слов про Карелию. Там два минуса. Это сейчас там дофига народу, и то, что народ там продолжает активно мусорить. Это очень грустно. Но так там безумно красиво. Но вернемся в Японию. Мы поселились в очень милом домике. Я думаю, надо прям вот первым делом его показать, потому что это будут фотки с телефона. Сейчас я это найду быстренько вам. Так. Утро поездки вот началось на вокзале в Осаке. Так, это не наш поезд, но мне понравились узкие двери. Вот смайлик в отражении. Так, я продолжал пить свой любимый кофе в баночках горячий. Вот, и самое прекрасное, мы пересели на маленькую вот электричку, вот, которую видно здесь, проезжающую по другим путям. Это не фильтр из Инстаграма, это такое чуть-красное окно. Вот там завод шинный Йокохама. Вот на таком поезде, он не электрический, он дизельный. А вот у человека живет родня в Карелии. Здорово. Напишите еще, из каком городе. Интересно даже. Я ездил за Петрозаводск. Мне кажется, там уже начинается более-менее Карелия, в которой не так людно. Вот, это прекрасный такой дизельный поезд. По сути, автобус на колесиках. Оплачивается проезд машинисту-кондуктору, прям как в автобусе. Здесь мы делали какую-то пересадку, насколько я помню. Да, в Японии все видно, все насквозь. Можно посмотреть, как управляется поезд. Очень, ну, для любителей поездов типа меня это прям вообще ты такой и смотришь туда, очень здорово. Ну и, конечно, видно, куда едет поезд, это очень прикольно, вот такие ракурсы. Это, правда, вид назад. Вот, а это мы приехали на нашу станцию, в которой мы жили. Кому интересно, она называлась вот так вот. Футамино Ура. Я сейчас даже кое-что проверю. Сейчас мы откроем вот такие карты обычные. Отправимся из Москвы в Японию. Сейчас вот так вот, чтобы прям совсем красиво было. Вот. Вот провинция Мия. Вот можем сказать. Она достаточно крупная на самом-то деле. Сейчас окажется, что я ошибся адресом. Вот позор-то будет. Давайте посмотрим. Нет, я не ошибся адресом, действительно, я помню эти ржавые, подтекающие вход со станции.
Вот, здорово, наверное, иметь домик в Карелии, где-нибудь в красивом месте. Хотя, конечно, там много грустных мест. Так, Япония. Да, вот наша станция, вот так она выглядит изнутри. Да, приехали. На улице было очень жарко. Вот, собственно, доказательство. Хоба. Все, я ничего не напутал. И мы приезжаем из большого мегаполиса, где мы жили на первом этаже огромного дома, в такую вот милую малоэтажную провинцию с вот этими странными машинками, абсолютно безлюдную. Вот мы стоим, думаем, куда нам идти. Какие-то заведения, половина закрыты вообще. И приходим в наш такой типа туристического аутентичного жилища. Похоже, по сути, на санаторий, если честно. Вот там есть выход на крышу. У нас был второй этаж. Выход на крышу, балкончики, гамачки, собственно, вид на море. А вот сейчас море это или не море? Давайте посмотрим. Залив Иса. Но это не море. И это океан. Вот, такое тут под аутентично сделанное жилье. Там было два таких предбанничка сейчас. Вот первый. Видно там, где вот тапочки лежат. Ты туда приходишь, ставишь вещи. Дальше идешь на барабанная дробь, я забыл, как называется. На татами. А, оно такое мягкое, видите, там с провисами небольшими. Спишь на футонах, это кровати. Вот они. Но не раскладываются. Очень удобно, кстати, спать. Все спят дружно на полу. А потом это все складывается, и можно вот сдвинуть бок, либо убрать шкаф. Вуаля, у тебя огромное пустое пространство, делай, что хочешь. И у тебя нету мебели. Все в нишах. И вот такие предбаннички, где, собственно, можно посидеть и выйти на улицу. Так, вот Костя сосиской перекусывает. Так, это мы пошли так. Сейчас давайте, сейчас вернемся чуть-чуть назад. Это был вечер уже дня. Мы приехали, заселились, отдохнули, помылись и пошли гулять. Пошли гулять. Попутно я запускал коптер. Ну, давайте сначала с земли покажу. Собственно, как я уже сказал, это прибрежная зона. По сути, там всякие курортные дома отдыха. Так как в Японии бывают наводнения и цунами, там встречаются полузаброшенные кафе, например, вот это. То есть его все вымыло. Но там до сих пор валяются на какой-то ржавая дрель, стулья, вывески, это меню. В общем, никто ничего не трогает, никто ничего не уносит. Вот такие, это вот прям прибрежная зона, красивые сосенки и, собственно, дома отдыха. Гостиницы. Мы шли к такому, ладно, я сейчас покажу отдельно, естественно, достопримечательности, и попутно я просто заглядывал нагло в окна своим фотоаппаратом, фотографируя, собственно, быт японцев. Вот два стульчика, низкий столик за углом, буквально умывальник. Это вот розетка у них такая, да. И все это с видом на море. Местные байкеры. Там прям такие суровые мужики приехали. А вот это типа женатые горы. Ну, точнее, не горы, а камни. Местная достопримечательность. Японцы же весьма такие придают всему символизм. И как по легенде, когда-то переброшенный здесь канат долго не могли убрать, и потом сказали, что это женатые камни. Ну, естественно, он там уже обновленный, проукрашенный, вот маленькие там святилища поставили. Все приходят, фоткаются, естественно. Там достаточно много
народом. Вот эта забавная пара, они ходили вот с треногой и фотографировали друг друга, ставя фотоаппарат. Лягушка, с которой там все стараются фотографироваться. Те самые женатые камни. Если смотреть по карте, это вот мы жили здесь вот. Идешь, 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 идешь. И вот они, собственно, камни. Ну, то есть по карте это в целом близко. Это, собственно, весь город. Он достаточно маленький, но распластанный по земле. Тут везде горы, холмы и так далее. То есть тут это не полян. Сейчас на фотках с коптера будет видно. Кругом какие-то храмы, но мы уже подустали к этому моменту от храмов, решили походить просто по маленьким улочкам, еще нам захотелось есть, и мы пошли искать еду. Вот такой вот маленькая Япония. Что делал было к закату. Обратите внимание, что даже в провинции очень чисто. Вездесущие кабели, столбы прямо на дороге. И нашим единственным спасением, во всем этом городе был магазин Lawson. Вон он там, на парковке, на выезде. Это, по сути, транзитное шоссе бесплатное. Есть прям супермагистраль, которая в стране проходит. Вот она здоровая такая, 37. Вот это вот. А и более мелкая, которая проходит сквозь города. А это ночью я сделал снимок. Так, ну теперь можно из коптера показать, как это все выглядит сверху. Сегодня будет небольшой стрим. Я постараюсь надолго так не пропадать, а то вы и забыли обо мне. Еще раз привет всем, кто смотрит, всем, кто подключился. Я вижу, еще люди подходят. Спасибо. Я добавил донаты. Если вы хотите меня поддержать, буду рад. Если нет, продолжаем смотреть. Да и дальше. Ну, в общем, продолжаем. Вид сверху, собственно, на весь этот городок, в котором мы жили. Тут достаточно много места занимает институт. У него вот площадки. Это крытая площадка. Само здание. Можете заметить, насколько пустые пляжи. Как мне объяснил Костя, японцы достаточно привычны к воде, поэтому к пляжам они относятся достаточно равнодушно и не валят на них просто как сумасшедшие. Поэтому, ну еще, ладно, в мае было достаточно прохладно, но уже тепло. В общем, никто не купается, просто как будто все эвакуировано. Действительно, в Японии, и это не только в провинции, во многих местах в будний день, когда все на работе и пустота. Пустые улицы, только куда-то по делам люди идут. Трафик даже поменьше, а вечером, как и везде, пробки и прочие атрибуты. Так, сейчас я отвечу быстренько. Вот такие там молы, которые разбивают волны в случае цунами. Вот оборонительная бетонная стена. На горизонте видно соседние города. Там вот порт. Даже не знаю, что это такое высокое там стоит. А это, наверное, кстати, гольф-площадка. Обычно их так огораживают очень высоким забором. Вот, а так выглядит провинция кругом. Вот, Алексей к нам подтянулся. Привет, Лёш. Так выглядят рисовые поля. Это все частные хозяйства. Среди этого всего проходит железная дорога. Сейчас где-то тут будет станция. Сейчас мы найдем. Но ее не видно за домиками. Это она здесь по центру кадра. Можно обратить, насколько много здесь воды.
небольшая лесополоса. Дальше очень плотно стоящие домики. Вот Алексей спрашивает, как там с квадрокоптерной съемкой. Повторно скажу. Сори за повторность. С коптером достаточно все лайтово, по крайней мере, в 2019 году. Если ты не летаешь над жилой застройкой плотной, если ты не летаешь выше 150 метров и над трассами летаешь, то, пожалуйста, облетайся. Летать достаточно легко, в общем, если не выпендриваться, если не наглеть, если не лететь на заводы в мегаполисах и над большими трассами, то, пожалуйста, вот здесь я запускал коптер вообще без палева, просто я сидел на пирсе. Если какие-то там особые условия тебе нужны, выше подняться и так далее, то да, уже нужно делать заявку на взлет. Ну, для меня выше 150 метров это уже такой Google карты получаются, поэтому этого вполне достаточно, чтобы окинуть взглядом округу и сделать вполне неплохие снимки. Вот есть панорамка, собственно, всего вот этой, всей этой окрестности. Штрафы, если увлекся. Штрафы достаточно большие, если мне память не изменяет, что-то в районе 1000 йен. Я так понимаю, это типа предупредительного. Но они будут отбирать у тебя коптер и будут смотреть, что ты там наснимал. Но ты можешь, конечно, попробовать сойти за годзина и сказать, что ой-ой-ой, возможно, тебя простят. У меня проблем, повторюсь, никаких не было. Конечно, там ни в Киото, ни в Осаке, ни в Токио я не пытался взлетать. Но в Киото, как я уже показывал на предыдущих стримах, можно у меня посмотреть в том же ВКонтакте по хэштегу Япония, посмотреть фотки с коптера из-под Киото. Опять же, там никаких проблем нет. То есть вот над такой застройкой они так, не 500 рублей, нет, сори, 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 5000 йен, значит. В общем, тогда в 2019 году с коптерами в Японии все было весьма лайтово. Когда мы, кстати, вернулись в Москву, было прикольно, я увидел новость, что в Японии запретили запускать коптер в нетрезвом виде. Япония с воздуха выглядит, конечно, абсолютно игрушечной, супер плотная вот эта их застройка, все очень компактное. Вот домик, вот машинка, вот сарайчик, маленький задний двор, и вот у тебя хозяйство, какие-то рассады. Лёш, я в пересчете смотрел, что там где-то было по тому курсу где-то 5500 рублей. Я сейчас, честно говоря, просто не помню. Пьяный пилот, горе в эскадрилье, да? Ну, видимо, если типа они тебя остановят и спросят, что это вы тут делаете, а ты еще и пьяный, до этого тебе просто говорили ай-яй-яй, а теперь еще и штраф берут. А это, собственно, наше жилище. Вид сверху. Собственно, там вот слева по фотке море. Вот перед нами эта школа. Вот наши гамачки. Крыша, кстати, покрашена в белый цвет, чтобы не грелась, потому что там гудрон на крыше. А вот я стою, кстати, ровно по центру. Вот это те самые женатые камни. Близко к ним вот как раз нельзя подлетать. Но со стороны запечатлеть можно. Виды там, конечно, шикарные. В мае уже было тепло, да хоть и на берегу океана. Сейчас закатик пройдет.
Я расскажу, как мы пошли искать ужин. Это была забавная история. А это вот то самое заброшенное кафе. Ну, точнее, не заброшенное, которое пострадало после цунами. Вот здесь разбросаны шезлонги, гамачки и прочее. Ведутся какие-то вялые работы. Ну вот мы сидим вечером. Так, таков был первый день, но сейчас я еще покажу. Собственно, вечер. Мы вернулись, когда стемнело как раз. И встал вопрос, а где же кушать? Нам сказали, что уже все закрылось. Но мы, говорят, можем позвонить в одно заведение. Говорит, вы там еще, говорят, работаете? Ну, он нам по-английски рассказывает, значит. Когда работаем... Да, Лёш, вот как раз рассказываю, что вот здесь в провинции по-английски почти не говорят. В кафе нас никто не понимал. Дали нам японское меню сначала, мы такие Он говорит, сейчас, ладно, ждите, сидите. И дают нам... У меня, наверное, фотки нет. Да, нету фотки. Дают нам меню, которое они стояли, переводили. Но у них не очень большое меню, там позиций 20. Google переводчиком переводили ради нас на английский. Единственный, кто говорил с нами по-английски в МИА, был мужчина, который был, как называется, он там фактически и смотритель этого дома отдыха, и консьерж. Вот он говорил с нами на ломаном английском. Вот он ради нас позвонил вот в это заведение, сказал, что сейчас к вам придут трое, говорит, вы сейчас прям только идите, иначе они не будут вас ждать. Мы говорим, да-да-да, мы уже идем. Вот мы пришли, как раз ужинали супами, котлетками. Очень вкусное заведение, оно вот абсолютно такое аутентичное для своих. На нас все посмотрели, естественно, когда мы пришли. А еще там скрутилось очень странное видео в перемешке с какой-то очень страшной рекламой, где у мужчины вспучивался живот, отличное зрелище во время еды. Показывали видео что-то в духе сам себе режиссер, где какие-то а-ля советские дни рождения и свадьбы, кто-то там кого-то поднимают, падают на стол, все ухахатываются. Параллельно вот там справа за кадром молодежь выпивает пиво, какой-то вот курьер, как потом выяснилось, ждет заказ. Ну, в общем, такая идет размеренная, спокойная жизнь. Да, люди еще были в этом кафе, мы как раз когда пришли, они такие все на нас повернулись, потому что, видимо, им махнули рукой, что типа не расходитесь пока, мы еще работаем. Ну, собственно, кухня уже была закрыта, они только ради нас вот потом включили газ и готовили. Так, это, видимо, уже на следующее утро. Вот Света там вылезает, я снова с кофе. Что было на следующее утро? Мы поехали в парк. Сейчас вспомню, что было. Сейчас я быстренько сижу в памяти. Ага. Угу. Мы поехали в святилище. Если мне память не изменяет, святилище Аматерасу. Но я не уверен на 100%. В общем, мы поехали в святилище. Сейчас я покажу. Это был супер дождливый день. Кстати, по-моему, был единственный супер дождливый день во всей нашей поездке. Вот сейчас я такой молодец, открою следующий день. Вот первая фотка с утра, да? Все правильно, я ничего не пропустил? Да. Наш 8-й день в Японии. А, собственно, вот между этих полей по дорожкам мы пошли к автобусной остановке. Задача была сесть на один автобус и доехать до окраины парка, где мы шли в святилище. Там был веселый факап, я уже рассказывал, что в Японии очень сложная система передвижения на автобусах. Можно сесть на автобус за условно 150 рублей, а можно сесть на автобус за 700 рублей. И вот тут вот мы неплохо так
потратились, потому что мы сели на автобус, который идет куда надо, но он ездил просто по всем закоулкам, подбирал всех, кого только можно. Ехал очень долго, ну это, конечно, была такая экскурсия, так сказать, визуальная по окрестностям, но доехали мы рублей за 700. И это было очень неприкольно. А входя, тебе дают талон, которым как бы кондуктор-водитель знает, где ты сел. И там есть такое табло в автобусе, на котором ты смотришь, сколько ты должен заплатить, сев на такой-то остановке. Вот, Костя напряжен. Вот, школьники идут на экскурсию. Очередной храм. Какая-то делегация прям официальная. Там очень красивые деревья, конечно. Ну и в целом в Японии, конечно, природа тоже симпатичная. Вот эти все их необычные свои хвойные растения. Ой, мы зашли в кафе, в котором было все рыбное. Поэтому я пил бесплатный чай. Да, Леша снимал на зеркалку. На зеркалку и на коптер. Японцы как-то в целом спокойно относились, то, что я там фоткал все подряд. Может быть, потому что было очевидно, что я не японец. Вот, я каждый раз продолжаю умиляться, конечно, с этих всех суперкомпактностей и милоты Японии. Вот такая вот плотность застроек. Я не знаю, у нас такого вообще нигде нет, наверное. Какие-то газовые баллоны, кондиционеры, это вот типа задняя сторона дома. Там какие-то свои проходы между ними, вот ручеек течет. А, вот, собственно, то самое табло. Типа, если ты сел на первой остановке, заплати 700 йен. Вот, собственно, где-то здесь мы, наверное, и останавливались. Вот, кстати, обратите внимание на водителя. Он едет в масочке, в перчатках и в форме. Вот рядом с водителем слева терминал для оплаты на выходе. Можно, кстати, после оплаты, после контакта с монетами и терминалом, вытереть руки влажным полотенцем. А это грустный вид покоцанного шлема. И вот мы идем в святилище. Оно такое прям супер мистичное, супер прикольное, потому что ты идешь по дорожке, там выложено камнем, бамбуковые деревья всякие вокруг. И не бамбуковые тоже. И потом приходишь вот такие в маленькое уютное святилище, где там журчит водичка. В общем, японцы умеют в красоту и в атмосферу. Дождик нас, конечно, поливал нещадно. Вот мы идем к этому святилищу. Посмотрите, какая красота. Ручеек вот течет. Маленький водопадик, лесенки. Все очень мило. И вот ты приходишь потом. Стоит отметить, конечно, что дождь в этот день добавил атмосферности вообще и какофония звуков вокруг, и в целом визуальное восприятие. Наверное, если бы была жара, было бы не так прикольно. Вот эти все капельки и в целом обстановка природная, погодная, добавила своей атмосферы. Вот, а потом мы блуждали, 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 решили походить. Дождик уже закончился и набрели на небольшой городок, чтобы поехать домой. Порядком замерзнув, вот мы сели на поезд. Мы отправились. А, мы на поезде ехали в соседний крупный город. Сейчас я покажу, где он.
Вот он. Вот железнодорога здесь петляет прям очень солидно, как можно заметить. Вот на этой Тобе мы останавливались. Тут достаточно такая крупная узловая станция. Да, вот она. Вот здесь вот вход. И мы замерзли, поезд наш был не скоро. И мы решили зайти в кафе в торговом центре рядом. Вот этот торговый центр. Да, вот. О, слушайте, вот прямо сюда-то мы и зашли поесть. В общем-то, вот сюда мы зашли поесть. И решили впервые попробовать саке. Как потом выяснилось, это был не самый лучший саке, потому что, оказывается, чем слаще саке, тем оно считается похуже. Вот, кстати, вот тут жемчуг. Я совсем не сказал, будет сейчас Света на стриме, она бы рассказала вам про жемчуг. В общем, вот эта вся провинция Мии, она про жемчуг. Это вот как в Калининградской, в Калининграде, Калининградской области везде янтарь, вот там вот так вот жемчуг. Кругом сувениры, кругом всякие лавочки с жемчугом и так далее. Это типичный японский торговый центр. Игровые автоматы. Это не мои фотки, это вам Google показываю. Вот. И мы вот едем на поезде в этот торговый центр. О, у меня вот это моя любимая фотка. А эта фотка стоит на рабочем столе. Ага. Вот. Это, собственно, мы вернулись обратно. И здесь есть еще одна история. После того, как мы выпили саке и поели, нам стало тепло и хорошо. Мы поняли, что автобуса ждать... Ой, автобуса. Нам еще долго ждать поезда, и мы решили поавтостопить. Это было очень необычно, нас было четверо. Что ли, автостопы весьма сложная, так сказать, задача. Чем меньше вас все-таки, тем легче. Мы встали на... Я посмотрел, где теоретически может остановиться машина, потому что японцы не останавливаются там, где нельзя. Встали в нужную сторону, соответственно, и начали стопить. И долго никто не останавливался, но потом остановился джип. Это была первая машина, которая остановилась, она же была единственной, собственно, то, что она забрала. Там сидела женщина, которая очень хорошо говорила по-английски. Мы им говорим, куда нам нужно ехать, она говорит, да, конечно, поехали. Мы залезаем в машину, значит, все вчетвером. Отъезжаем там буквально 30 метров, проезжаем какую-то там гостиницу маленькую около железной дороги. Она говорит, ну вот я ехала сюда, типа я приехала в командировку. Мы все опешили вообще полностью, потому что такое, что вы нас подобрали, потому что, типа, какие-то чуваки просят подвезти. Хотя ей было там вот 30 метров оставалось до дома. Ну, короче, я не представляю, в какой еще стране кто-то так поступит, но вот она с милостью сжалилась над нами и довезла нас до нашего городка. Причем она упорно спрашивала, куда нам нужно. Мы такие, типа, мы не помним адрес, не помним название, но мы действительно их не помнили. Говорим, давайте, вот там есть магазин. Они говорят, он точно, типа, окей, этот магазин, давайте я вас, типа, довезу прям куда нужно. Мы тогда еще не знали, что в Японии автостоп — это почти вот такое такси, которое тебя привозит прямо к дому. Вот так вот японцы воспринимают автостоп. И они не боятся останавливаться, потому что стопили мы в Японии 5 раз. Вот, это было просто поразительно. А, еще я что-то закашлялся, и она мне дала каких-то конфеток. Сказала, давайте я музычку поставлю. Мы такие едем, там играет какая-то песенка. Еще очень здорово, и поболтали с ней о том, как она вот в командировку приехала из Киото вот сюда, в провинцию Мия. Очень здорово. Так, сейчас посмотрим, есть ли фотки на телефон. А, есть же фотки с коптера. Когда мы ехали в... Еще только ехали к святилищу, я решил взлететь на коптере, хотя вот погодка так себе для полетов, скажет Алексей. Вот, но я не мог не запечатлеть эту красоту сверху. Посмотрите, какие красивые цвета у природы в Японии. Все вот эти холмы и горы были укрыты туманчиком. Вот она, какой-то звук.
пару йен и вернуться в Нихонию. О, ничего себе, это же донат. Я все пропустил. Я все пропустил. Спасибо большое. Надо будет все это настроить нормально. Но большое спасибо, мне очень приятно. Вот Алексей говорит, главное, чтобы дождь не лил. Но дождик лил очень маленький. Тут на самом деле, по-моему, если приглядеться, на каких-то фотках видно капельки воды. Но он прям совсем мелкий был. В общем, я решился. Ой, здесь были мои любимые фотки вот этой Mazda MX-5 новенькой. Мокрая, вот в таком свете и в такой природе она смотрелась просто чудесно. Вот, да, собственно, капельки дождя. Это пересохшее русло реки. Вот, собственно, река. Так, это мы вернулись обратно. Давайте посмотрим, что было с телефона, что я запечатлел на телефон в тот день. Вот японская сосна. Кстати говоря, она такая достаточно лысая и невысокая, и худая. Но растет очень плотно. Так, это я уже показывал. Тут эти ручейки. Вот немного рекламы Nvidia Shield. А это вот городок, в который мы вышли после, собственно, святилища. Ни одного заведения мы не нашли, но зато нашли заброшенный магазин книг. Это станция. Кстати, на всех станциях в Японии есть локеры. Поэтому, если ты какой-нибудь там религиозный или студент, ты можешь оставить свои вещи, приехав на поезде, какой-то книги, не знаю, какой-нибудь свой утварь, и отправиться дальше налегке. Да, в Японии есть турникеты. Но здесь, кстати, турникеты просто механические, а билетик проверял мужчину на входе. Вот люди в ожидании поезда. Это вот такой зал над железной дорогой. Собственно, там видно железную дорогу. В тепле и сухости люди ожидают поезд. А, это мы как раз распиваем саке. Пьем чаек. Костя спрятался. Да, это другой день. Что ж, продолжим. Сейчас я вспомню, что было на следующий день. Вот. О, следующий день был прекрасен. Следующий день был воистину прекрасен. Мы устроили разгрузочный день. День, на который мы ничего не планировали. И сидя утром на завтраке, а у нас, кстати, был завтрак, да, мы такие думаем, чем заняться в МИА. Куда бы здесь съездить, чтобы не ехать в город? Я что-то гуглил и выяснил, что в МИА снимали в 56 году кадры первого выхода Годзиллы из воды в рыбацкой деревеньке. Ну, я говорю, ребята, я, кажется, нашел нам цель поездки на этот день. Ну и все меня, к счастью, поддержали. И мы пошли на поезд, чтобы поехать к месту съемки, к одной из локаций съемки самого первого Годзиллы. Алексей, ты там смотришь? Сейчас про Годзиллу будет. Мы снова на узловой станции, где мы пили саке. Сели на другой поезд. Едем. Вот это вот такая провинциальная, провинциальный поезд. Вот он работает по системе, как автобус. Вот, да, можно увидеть цены. 1500, 1300, 1700. Собственно, сам отсчитываешь, на какой зоне ты сел, сколько ты должен заплатить. Вот, Алексей с нами. Сейчас будут места съемки Годзиллы. Мы приехали, мы просто посмотрели по карте. Я сейчас попробую, кстати, посмотреть по карте. Это хорошая мысль. Это хорошая мысль.
Куда же нам нужно было добраться-то? О! Вот она. Вот здесь Google почему-то показывает, это как будто это лес. А это нифига не лес. Вот оно, место съемки. Первый кадр. Так, подождите, сейчас небольшая корректировочка. О, вот это. Место съемки первого выхода Годзиллы на берег. Да, мы катались в рабочий. Это был, по-моему, будний день. В рабочее время, да, на улице никого нет. И в поезде никого нет. Поезда ходят, кстати, достаточно редко в будний день, посреди дня. Ехали мы вот сюда. Все по-японски. Так, сейчас я попробую по памяти восстановить, какой же у нас был план. Сейчас вот мост. Лес. Вот, все, я вспомнил. Вот мы приехали на станцию Камо. Станция Камо. Камо же, да? Давайте найдем тут выход. Будем восстанавливать. Да, вот Камо написано, все верно. Вот такой вид на провинцию. Такая красота. Вот на таком поезде мы приехали. Мы сначала пошли не в ту сторону. Вот три человека едет, он еще человек едет. Собственно, потом вот по такой дорожке. Вот она идет. Кама. Вот, мы пошли сюда, 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 сюда. А дальше, я даже вот помню вот это место. Вот оно. Этот сворот вглубь. Мы такие, ага, смотрите-ка, мы можем срезать вот эту всю гору, чтобы нам не идти, и дойти сразу вот в этот город. И мы такие, давайте попробуем. И там была какая-то священная тропа с отметками даже. Ой, это было такое приключение. Было очень душно, потому что это реально гора. Тут нельзя, по-моему, наклонять карту. Было очень душно, сырость высокая, но было очень атмосферно. Там какая-то... Мы когда вышли вот в этот городок потом, нас увидела женщина, там Света смогла с ней немного пообщаться. Она говорит, что она ходила по этой тропе в детстве, но там уже был сломан мост, мы реально там шли по какой-то металлической жердочке, чтобы перейти. В общем, она там 1000 лет не была, а мы такие молодцы, пришли со станции Кумо, а это вот уже фотка, когда мы вышли отсюда. Так, давайте я попробую найти фотки с телефона, потому что там, конечно, это горе было не до фотка, не на фотик. Сейчас посмотрим. А, ну тут буквально пара кадров. Вот эта тропа, она уже порядком заросла, но там действительно стояли отметки периодически, вот ящик из-под пива. Тут их на фотке нет, к сожалению. Что типа это проход к какому-то священному месту. И мы вышли в этот город. Тут надо вернуться к основным фоткам. Вышли в этот город, чтобы сесть на автобус и доехать, собственно, до города нужного. Прошли по этому красивому мосту. Здесь переправляют лес. Хотели отведать в кафе, но оно закрыто на ремонт. Нам не повезло, мы решили вернуться назад. Ну, кстати, обратите внимание, даже здесь стоят вендинговые автоматы. Мы решили вернуться на мост и дождаться, точнее, в город и дождаться автобуса. А, мы еще пытались там рент-кар найти какой-нибудь, потому что почему-то Maps.me показывал, что там есть аренда тачек. Но мы не смогли найти общий язык с местными, не смогли задать правильный вопрос. Поэтому пришли на остановку и поняли, что ждать автобуса очень долго, и мы решили поавтостопить. Нас снова четверо, мы снова стопим. На удивление, машина достаточно быстро останавливается. Она такая, вот этот японский кикар, в который одному-то с вещами иногда тесно залезать. А тут нас четверо, и там еще водитель, то есть нас пятеро. Причем женщина такая говорит, а, да, конечно, мы на карте показываем, вот нам сюда. Она что-то такая, да. А у нее, она едет из магазина, у нее машина заполнена просто кучей всякого добра.
Мы такие, давайте, типа, поможем, там сумки, все дела. Она говорит, не-не-не, выгребает сумки там из салона, кладет в крохотный багажник, говорит, типа, садитесь, залезайте. Мы, в общем, набились в эту ее маленькую машинку. А, извините, дождь за окном. Набились в эту ее маленькую машинку и поехали, собственно, в город. Она нас привезла в самый центр, к единственному кафе, которое там есть. Сейчас я попробую найти фотку. Ну, в общем, оно вот там вот. Тут, к сожалению, не видно. В общем, город маленький, это такая рыбацкая, по сути, деревня. Она нас привезла к единственному кафе в городе. А, у меня есть фотки с телефона. И мы такие, хо-хо-хо, спасибо. Мы-то думали, что ей в этот город. А там такой серпантин на выезд идет, видно, куда машина уезжает. И она, короче, уезжает оттуда совсем. Мы такие, вот это да. Ради нас человек совершил гигантский крюк. Завез нас вот такое абсолютно аутентичное кафе. То есть вывески, там даже ценников нет. К счастью, нашлось меню на японском. Сидеть только поджав под себя ноги. То есть вот тут вот видно проход. Там идешь в полный рост. А это все вот это такое татами, я не знаю, как это грамотно назвать, подушечки, в общем, на которых ты стоишь, сидишь. И там столики. Ребята взяли крабов. Вот Олеся ест краба. Кто-то взял рыбу, а я взял лапшу с говядиной. Вот, и ты сидишь там, скорчившись на этих столиках. Мы выпивали пиво. Вот вход, собственно, да, там все очень плотно. Сидишь, ешь, ох, аж ешь захотелось. Рядом окно. Очень, кстати, сильно работает кондиционер. Вот, а потом я пошел запускать коптер. Мы походили по этому городишке. Мы, кстати, мы когда пошли гулять по этому городу, вот еще одна история из него. Нас такой какой-то мужичок спрашивает, ты что ты потом Света говорит, что-то он нас про пиво спрашивал. Мы такие, потом спрашивал про пиво, не знаем. Что-то спрашивал, короче. Потом мы выяснили, что в этом городе есть какая-то локальная небольшая пивоварня, и у них есть свое пиво. Но мы не знали, и поэтому в кафе мы взяли обычное, так сказать, местную Балтику. Лоханулись. Вот я довольный и счастливый запускаю коптер. А, это уже путь обратно. Нет, сейчас будут фотки. Сейчас покажу подробнее. Коптер я там запускал, наверное, целый час. Там очень красивые виды. Я полетал над этой рыбацкой деревней. Вот, собственно, вся деревня. Чуть-чуть она еще направо уходит. Вот там куча всяких молов. Где же это кафе-то? Мне еще не могу. А, кафе, по-моему, вот за этим белым зданием, вот, которое сейчас в центре кадра, за ним еще одно здание, и там мы ели, потому что после еды мы как раз пошли вот сюда гулять. Все это рыбацкие лодочки. Там прям рыбацкая промышленность процветает. А вот оно. Вот оно, милое кафе. Ну, кстати, вон чья-то Мазерати стоит. Учитывая, насколько большая редкость в Японии не японская машина, то Мазерати, хоть это и гран-туризма, большая редкость. Ага, пьяный летал, говорит Алексей. Да, что ж, тут стоит признать, одну бутылочку пива я пропустил. Но тогда закон не действовал. Вот такая маленькая деревенька. Собственно, если смотреть первого Годзиллу, там можно увидеть вот эту улицу, поднимающуюся наверх. И вот здесь вот происходит действие в фильме. Ну, деревня, конечно, выросла. Делать там, конечно, абсолютно нечего, просто мы сделали кружок, пошлялись по улочкам, посмотрели. Я полетал, да мы начали ретироваться. Это фотка 360. Так, с фотками, наверное. А, нет, давайте я вам тогда допокажу фотки.
на фотик, вот как мы там гуляли. Вот удивительно, насколько в Японии все здорово вписано в ландшафт, в пространство. Вот этот темный бетон, опять же, абсолютно человеческая постройка, но как-то ловко вписано в это все. Ну, здесь ржавая, да, ладно. Там дома отдыха наверху какие-то. Такой миленький автобусик на таком мы потом ехали обратно. Там, конечно же, вся местная. А на сколько дней ездил? Мы ездили на 13 дней, если мне память не изменяет. А что мы сейчас проверим? Вот смотри. Мы ездили на 12 дней в Японии, и один день у нас был с вечера до раннего утра в Пекине. Это отдельная история. Китай после Японии. Большой контраст. Вот так выглядит, собственно, эта рыбацкая деревенька вблизи. Вот можно видеть кондиционеры, счетчик газа, растения. Кстати, плитка в многих местах, вот эта вот, которая их фирменная, вот эта черепичная, она на самом деле пластиковая, но она пытается очень хорошо вот как вот это косить под настоящую. Вот такая типичная японская прибрежная улочка. Мы поднялись повыше. Напомню, что поехали мы сюда просто потому, что здесь снимали в 56-м году Годзиллу, а нам просто надо было куда-нибудь съездить, не имея четкого плана. Вышло отличное приключение. А, это мы уже вернулись к нам. Это наша станция. А, это мы приехали, помылись, пришли в себя после достаточно душного дня и пошли погулять по ночному городку. Это все достаточно сильно высветленная фотка, да, на самом деле очень темно. Иду то смытое кафе. Так, что ж, здесь, видимо, с этим днем все. А, вот есть фотка из автобуса, который нас оттуда увозил. Микро прям автобус. Зато с кондиционером, что было приятно. Так, ну что ж, остался последний день в провинции Миа. Мы уже выселились из нашего отельчика, сели на поезд, поехали в соседний город. Снова вот отсюда мы выселились. На нашей маленькой уютной станции и поехали. По-моему, сюда мы поехали. А мой, сейчас я найду. Забыл. Или сюда. Вот я уже и не помню, куда мы поехали. Ну, я думаю, это не настолько важно. А, или чуть ли не в саму Иса мы поехали. Сейчас я найду. Да, мы вот сюда поехали. Я узнаю по этой дороге, потому что вот здесь вот мы садились на ночной автобус в Токио, собственно, да, вот отсюда. Оцените расстояние. Хобана, Токио. Вот если даже проложить маршрут. Жих. 460 километров. Ну вот у нас был ночной автобус, неспешный. Здесь у нас тоже не было особых планов. И
побрели мы попытать счастье взять машину на прокат. Долго они что-то носили за... Вот здесь вот мы были. Да, вот она. Долго они носились с моими правами зад вперед, видимо, выясняли, легально ли дать нам права. А, Годзильский пляж, Лёш, Годзильский пляж, сейчас вернусь. Ну, собственно, вот он, потому что он сейчас уже в бетоне, и там стоят кораблики. Сейчас я найду ракурс, где его хорошо видно. Вот он. Вот это раньше был Годзильский пляж. Вот это. Теперь это все закатано в бетон. И здесь рыбацкая промышленность. Так, Иса, Иса, Иса. В общем-то, плана на город у нас особо не было. Автобус был поздно вечером, и мы приехали в город, просто пошли шляться. Забрели на рынок. Зашли, кстати, в очень симпатичную лавочку. Вот она. Тут продается игрушка трамвая и синкансена. Металлические старые игрушки. Очень дорогие. Можно увидеть сумки за 10 тысяч йен. Вот, Лёш говорит, что Годзилла отомстит за такой статасты. Ну, я не сомневаюсь. Ждем возвращения в кино японской версии. Вот, девчонки трогают котика. Японский котик. Кстати, он на привязи на улице. В этом городе я решился на стрижку. Я хотел постричься в Японии. Но как-то у меня, пока мы там бродили зад-вперед, ездили по всяким городам да весям, как-то все было настолько плотно в плане графика, что я такой, ну ладно, что вы будете меня ждать, не буду я стричься. А здесь был такой разгрузочный день. А, это мы зашли в кафе. Сейчас давайте я расскажу, да расскажу про стрижку. Сейчас я попробую найти фотку просто места, где я стригся. Видимо, она на телефон. В общем, я увидел парикмахерскую. Говорю, ребята, вы готовы меня подождать часик, пока меня постригут? Он говорит, да, давай, иди стригись. Так что. Вот она. А, узнал я, собственно, по этой спирали. Кто не знает, эта спираль обозначает, что это парикмахерская в любом городе. Вот в Японии тоже, в любой стране. Я такой, хоба-на, ну все, я пошел стричься. Там внутри есть такой типа гостевой диванчик. Там такая уже пожилая пара стрижет людей на первом этаже. На втором этаже они явно живут. На первом этаже стригут людей. Сейчас попробую найти фотки изнутри. Кажется, они были у Светы. А, вот же они. Вот я стригусь. Хо-хо-хо. Какой там... Вот этот один из владельцев парикмахерской. В какой-то момент он начал... А, ребята еще сидели сзади меня, собственно, вот откуда они фоткают. И подтрунивали. А в какой-то момент он начал стричь меня опасной бритвой. Это было очень стрёмно. Я что-то там им кричу, что хватит меня смешить. И этот парикмахер даже напрягся, он же не понимает, что я говорю. Вот, я с ним сфоткался, меня постригли. Он там Костя в отражении меня фоткает. Вот, был интересный опыт, и под конец, кстати, ко мне прикладывал он какую-то штуку, как будто массажную, которая бьет, вибрирует очень сильно на лопатках, такая прям здоровая, он прям всем телом прижимал ее ко мне. Я такой сидишь, такой... Да-да-да-да. Очень странная штука, зачем она, я не понял. После моей стрижки мы, собственно, пошли искать еду. И забрели в какой-то караоке. Вот здесь был такой мужичок. Он выпивал средь бела дня.
и пел караоке. В какой-то момент девчонки пошли петь тату на английском. Ну, точнее, в автомате она была на английском, а девчонки пели на русском. У женщины, кассирши, поварихи, вот она там все в одном лице, были просто супер круглые глаза, когда она не понимала, на каком языке они совсем поют, почему они знают эту песню и так далее. Они пытались ей объяснить, что это типа русская группа и есть версия на русском языке. Вот, а этот японец выпивал виски, что-то ел, курил. В общем, у него было... Он был грустен. Ну, это обычные зарисовки из города. Мы там заходили в парки, святилища, лисички. Никто ничего не ворует, никто ничего не бьет. Вот оно там стоит круглый год на улице, плотно заставлено, и стоит себе. Я тут даже не знаю, что здесь комментировать, просто предлагаю любоваться красотой. А этот таксист моет свою Toyota Crown. Японцы очень честолюбивы, у них почти везде есть краны с водой. Все очень чистенько, несмотря вот на то, что она может быть вот в таком состоянии. Здесь есть немного мусора, но в целом... В целом все очень чисто, опрятно и мило. Такие вот уличные зарисовочки. Вот Honda Monkey. Видимо, школьники или студенты идут домой. Вот дружно едут на одинаковых велосипедах. Правда. Якудзов лично я не видел, но у ребят была история в последний день в Токио, когда они встретили в каком-то баре якудз, ну таких, так сказать, в отставке. Они что-то их там угощали, болтали с ним на ломаном английском. А я в этот момент уехал в гордом одиночестве в музей Хонды. Так что нет, я не видел. Вот, давайте глянем, есть... Здесь в городе, кстати, я уже не летал, потому что очень плотная застройка, там летать нельзя. Посмотрим, что с телефона, и, в принципе, на этом с провинцией Мия все. Это были прикольные 4 дня. Да, здесь я снимал, видимо, больше домики. Чья-то витрина, коллекция машинок, которая выставлена на улицу. Вот если кому интересно, цены иена почти равна рублю, если мне память не изменяет. Оцените, насколько в Японии отличается даже общая цветовая гамма и упаковок, и намного ярче в магазинах, и прям все так плотненько забито. Так, гейш я тоже не видел. Кашкадевок, это я даже не знаю, кто это. Гандама видел, одного самого известного, который стоит в Токио. Я его покажу, когда доберусь до Токио. А Токио будет в следующий раз. А это ребята поют. Боже мой, ну давайте посмотрим.
Алло. Ты видишь вечер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? Вчера было солнце. Ну и что? Да? Да, хорошо. А зачем ты все время говоришь? Это потом, а я в кафе еще. Да. Выпадет мой выходник, кто кому останется, нервами, таблетками, за ночными окнами закричит, сломается. Это не считается, это не считается. Верная, неверная, тихая, печальная. Я твоя не первая, ты моя случайная. Покажи. Полностью мы это смотреть не будем. Вот. Ну что ж, это, видимо, на сегодня пока все. Спасибо тем, кто был со мной на стриме. Постараюсь вернуться уже. Вот, Алексею понравилось. Спасибо. Надеюсь, он тоже похлопал. По крайней мере, девчонка. Постараюсь продолжить следующий вторник. Почему бы и нет? Расскажу вам про Киото. И после этого, думаю, сделаю еще отдельный стрим. Буду делать маленькие стримы. Видите, я не могу долго разговаривать. Отдельный стрим про музей Хонды, который я поехал один. И про Пекин, который был очень странный после Японии. Еще раз всем спасибо, что смотрели. Спасибо за донаты. До новых встреч, там ставьте лайки, подписывайтесь, все такое. Скоро новые фотки, портреты, поездки. Всем спасибо. Пока.